А ты подумаешь купить ее за 7 тысяч? Он такой, так у тебя же цена 5. Я говорю, ну да, точно. Сегодня какой-то кукольный день. Давайте попробуем, если можно. Ой, я еще и подпрыгать умею. Ух ты! Всем привет, друзья! Павел Вайс. И что у нас сегодня? Правильно, вы угадали. Сегодня у нас еще один рабочий, насыщенный день в шапе. Очень интересно. Кстати, кто-то у меня спросил в комментариях, ну не спросил, сказал, что это Паша постоянно в одной и той же футболке? Вот почему он в одной и той же футболке, в этой черной футболке? У него как будто больше футболок нет. Нет, ребята, мне очень нравится черная футболка. Очень нравится, я не знаю почему. Ну, нравится для работы, там она не пачкается быстро. И я купил, наверное, себе штук 150 черных футболок. У меня огромные стопки дома черных футболок лежат, и я каждый день одеваю новую и, ну, и грязную стирку. Вот так. Вот такая вот поучительная история про мои футболки. Погнали. Так, выставил на продажу свой трачок за 5. Мне такие люди предлагают 3, блин. Возьмешь 3, говорит. Ну, если бы я хотел 3, я поставил 3,5. Один мне говорит, возьмешь 3, у меня вот все, что у меня есть. А я ему отвечаю, ну, он 2000 сбросил. С 5, да? А я ему отвечаю, а ты подумаешь купить ее за 7 тысяч? Он такой, так у тебя же цена 5. Я говорю, ну да, точно, цена 5. Ну ты же предлагаешь мне 3, а я тебе предлагаю 7. Он пишет, not trying to lowball, brother, just being honest with what I have. Он говорит, я не хочу тебя, типа, обидеть своим стрёмным предложением, просто все, это все, что у меня есть. И я ему сейчас отвечу, так ищи машины в районе 3000. Look, но я буду немножко повежливее. Я понимаю. Then look for cars. Я им сказал, да-да, ищи машины в вашей категории, короче, цены. Там очень много машин в районе 3000. На Фейсбуке. Кто-то спрашивает трейд, типа, обменяемся? Я говорю, не. Я пишу ему по-русски, не напишу. No thanks. Так, знаете, что продался? Продался монитор. Старый монитор. Но так дорого. Но кто не верил, что это хлам, продаю дорого, вот посмотрите. Вчера продался монитор за... Старый-старый монитор 96-го года. Ему реально, блин, 25 лет. Да, 25 лет. За $300 продал, 150 пересылка. Сейчас будем его искать. Спрашивает, 4999, это самое маленькое, что вы возьмете? Я скажу, no, я возьму 4,5. Окей, так, монитор. Извините, приходится торговаться при вас. Но я по-любому продам его сегодня. M9. Ой-ой-ой. Что там у меня такое ощущение, что он где-то будет там в глуби. Будем искать? Надеюсь, он не в самой-самой глуби. Да, я понимаю, бардак. Можете даже не говорить. Надо его опять приводить в порядок. Так, 2-3. Он, наверное, там где-то. 1. Вот, 10. Вполне возможно, что он под ним. Вон он, М9. Да, не самое легкое место. Ну, а что делать? Давай по одному. Вот так. Мониторы, они нелегкие. Они как небольшие телевизоры старые. О, это 10-й большой. Хорошо. Стоишь? Стоишь. Фух. Еще тебя отсюда вытащить надо. Расковырял тут всю кучку. Все? Вроде все. Фух. Позанимался спортом. Хорошая разминочка. Он просил, если я могу ему выслать этот. Я еще не помню, что у меня был под этот компьютер подставочка. Да. Упаковал, конечно, чувак хорошо коробками. Но коробки, они слишком жесткие, так что надо что-то помягче. Например, пузырики. Как-то вот так сделаем. Так, экран надо поплотнее закрыть. Нормально. Самая лучшая
упаковка за всю мою карьеру. Кран сохранили. Я думаю, нормально пока. Утолщение в эту сторону коробки сделаем. Хорошо. Замечательно. Заместо пузырей два вот этих положим. Потом коробочку сверху. Нет, давайте бумагу сверху. Да, много бумаги выйдет. Но чувак заплатил $150 за пересылку, так что я могу на эти деньги купить еще 5 таких. Да, клейка лента кончилась. Быстро я ее трачу. Я вчера только новый рулон вставил. В Аляску едет. Человек купил с Аляски этот монитор, так что паковать надо хорошо, тепленько. Ну, чтобы не замерз монитор, пока доедет. Я шучу, ребят, про замерз. Я не думаю, что он боится холода, монитор. Но все равно надо его нормально, хорошо запаковать, чтобы не распаковался. А, да. И, конечно, вверх ногами. Все, дырочка. Фух. Я думаю, все. Сейчас напишем fragile, то есть хрупко. Но если это не заметят и будут бросать, то тогда вообще я потеряю всю веру в почту. Стрелочку, чтобы знали, где верх. Почта у нас тупая. Знаете, сколько у меня посылок, которые я отправлял клиентам? Я вам, правда, это не рассказывал. Не дошло вообще до клиента. Просто потерялось. Приходилось деньги возвращать. Бывает и такое. Так, сейчас взвесим эту тему и отправим. 300 бакарей. Нормально. Я считаю, классно. Больше ничего не продалось, но даже $300 за день заработать, это вполне нормально. Вполне. Так, она ровно стоит. Да, не трогает этой. Пусть будет 51 паунд. 20, 20, 20. Кубик. 20, 20, 20. 51 паунд. А тут 20, 20, 20. Чувак живет в Аляске. Да, самая дешевая. FedEx туда не едет. Это только экспресс. Самая дешевая будет у нас Priority Mail. $118. Угу, дорогая. $118, представляете? Но он заплатил 150. Все равно, столько за почту заплатить, это вообще жесть. Ну, он заплатил, и я принтер. Вот по Америке такую посылку я вчера отсылал за 30, за $40. Ну, самую тяжелую за вот 65, этот тренажер. Так он был 95 паундов. В два раза тяжелее, чем этот. Но в Америке заплатил $65. А чтобы на Аляску отправить, 120 получается. Теперь представьте, сколько стоит в Россию отправить посылку. Вот у меня часто в комментариях спрашивают: Паша, вышли мне компьютер, Паша, там вышли мне велосипед. Ребята, если я велосипед буду высылать в Россию, мне это обойдется примерно столько же, сколько выслать машину в Россию. Там долларов, не знаю, 800, когда велосипед стоит $100. Так что, пожалуйста, не спрашивайте меня, если я могу вам что-то подарить и выслать. Я не могу всем дарить и высылать. Конкурс — это другое. Там, ну, не конкурс, а эти розыгрыши. Это я вот делаю розыгрыш, там, я высылаю за свой счет. Это да, к этому готов. Но каждому подписчику высылать компьютеры в детский дом. Кстати, очень много детских домов появилось у меня на канале, которым нужны срочно компьютеры. Вообще, чуть ли не каждый день пишут. Мошенники, наверное, да? Так что, ребят, я просто физически не могу высылать всем компьютеры, деньги и все такое. Почему? Потому что не потяну я такие подарки всем дарить. А конкурсы, розыгрыш, да. Кстати, смотрите до конца, у меня в этом ролике, у меня что-то настроение сегодня хорошее с утра. И я решил в этом ролике сделать офигенный розыгрыш. В конце этого ролика, или в середине, или через 2 минуты, или через 18 минут. Не знаю, это будет неожиданно. Я быстро скажу про розыгрыш, быстро условия. Розыгрыш будет очень крутой, приз будет просто
Вау. И да. Еще не забудьте, ребят, подписаться на мой инстаграм. Я там начну скоро делать розыгрыши чуть ли не каждый день. Инстаграм будет в углу экрана. Подпишись. Женька там классные такие истории выставляет. Сторис там, типа, она там вживую. Вот вчера ходила в торговый центр с Лерой, кстати. Оу, загляните. Будет вам весело. Вот. Женька много выставляет интересного, что не попадает на этот канал. Так что не забывайте про инстаграм. Да и вообще не забывайте подписываться. Вот. Готово. Готово. Погнали дальше. О, ребята, продался Game Boy за $81 примерно и $13 пересылка. Помните, мы вот это выставляли? Тут 5 игр, вот эта штука, камера типа, и Game Boy. Кнопка не работала одна, я так и написал. Люди купили, нормально, $80, вполне нормально. Сейчас мы это с вами запакуем и отправим. Вот так. Я думаю, можно запаковать пакет или коробка. Посмотрим, как получится. Но обязательно в пузырике, чтобы немножечко подушечку сделать, если будут бросать коробку или пакет. Нормально, 80-ик за старую приставку, где нету хороших, в принципе, игр. Нету таких старых, ну, я бы сказал, не старых, а дорогих, редких кукол. А чё я несу? Дорогих, редких игр тут нет. Вот. Так что, вот и коробочка. Класс. Коробка идеально подходит. Кто-то едет на трачок посмотреть. Вообще, тот, кто едет, он уже видел этот трачок. Он едет вроде покупать, так что посмотрим. На 4 сговорились. Я его купил за 23 сотни. 1700 нормально, я его купил 3 дня назад. Это все. Вес 2,1. 11,9,6. И что у нас тут выходит? Проверить умел, $8. Нормально. Женечка мне привезла опять ту курочку, которую вчера кушал, но за место овощей вареных она мне привезла салатик, еще конфеты привезла. Вот. Я ей говорю, конфеты не привози, они вредные. Она все равно привозит, и я их ем. Кит-кат и вот эти, как их называют, кисес. Заботится. Выставил свой аукцион контейнеров и очень много новых машинок на пульте управления поставил. Всего до 300 добили пока, что-то мне это не нравится. Наверное, я отменю, добавлю чего-нибудь более еще интересного и еще раз перевыставлю. Потому что я планировал в районе 500, потому что слишком много новых дорогих вещей туда натолкал. И люди что-то не покупают пока. Ну, не бьются так хорошо, так что, думаю, будем отменять. Ну, погнали! Ребята, привез гриль. Пойдем смотреть. Гриль для вот этой машины. Надо его установить. Так, а вы знаете, что такое гриль? Это решетка. Сейчас покажу. Да, сейчас многие скажут, типа, ну зачем ты вот такой цветной взял? Ну вот мне нравится. Я люблю такой цвет. Это как М-ка. М-ка цвет. Вот на ту черную BMW. Давайте попробуем его установить. А что нет? А то тут отваливается. Он хромированный и отваливается. О, видите? Его тут прицепили вот этой фигней. Сейчас мы ее отрежем. У меня где-то тут были плоскогубцы, которыми можно было бы отрезать это дело. М-м-м. А где они? Вот этими не отрежешь. Были же где-то. Вот этими. О, какой весь поломанный. Так. И новенький. Оденем. Ага, тут у нас маленькая проблемка есть. Видите, клей наклеили. Сейчас мы его снимем. Вот таким ножиком. Нас еще аукцион сегодня купили. Не аукцион купили, а юнит с аукциона купили. И надо загрузить новый юнит, чтобы он постоянно работал. Где-то в 10 часов забирают сегодня. И мы загрузим новый интересными вещами. Да, крепкий клей. Надо что-нибудь потяжелее. Вот, например, плоскогубцы. Вот. И все. Да вроде все. Да. Гриль, конечно, не оригинальный, а aftermarket называется. По-русски не знаю как. Так что будем надеяться, что он встанет нормально. А, стой. Буду потом по всей парковке бегать, искать тебя. Да, дуговастенько заходит, надеюсь, не поломается. Потому что они иногда ломаются. О, хорошо зашел. Второй тоже должен без проблем зайти. Был у меня пару раз, купил, поставил, он поломался, пока ставил. Заставил аккуратно.
Как родной встал. Чё я хриплю? Аллергия, блин. Да, как родной встал. Посмотрим. Оба-на! Посмотрите, какая красота вообще. Кстати, фары красивые. Вот это гриль. Вот это я понимаю. Вот это красавец. Машину помою, приведу в порядок. Идеально. Мне нравится. Реально красиво, да? Супер. Все подошло. Все классно. Еще вот эти две заказал. Они должны сегодня резаты прийти, вот эти. Это нормальная, но она, видите, вся какая-то покоцанная, пошарпанная. Вот эти ничего. А это вообще убитая. Так что я вот эти сниму, две поставлю новые. И все, останется только сиденье поменять и уже на продажу. Кстати, народ, продал трак. Я уже, кажется, рассказывал это. Ну, я у вас-то одно видео, а это произошло вчера. Я уже сегодня приехал на работу. Продал трак за 4000, купил за 2300, 1700. Супер, я просто настолько доволен. Сегодня еще будет аукцион один, где-то в 10 часов вечера. Нет, тут и в вечера, 10 часов утра. И я присмотрел парочку машин. Опять же, ищу трак или вен для себя. Ну, может, еще куплю какой-нибудь так, чтобы перепродать. Да, скажете, опять, Паша, залазишь в этот машинный бизнес. Ну, не могу я без него. Мне очень это так нравится, мне так интересно. Мне вообще просто тащусь от него. Не просто покупать всякую фигню всякую и перепродавать. Нет, мне нравится покупать какую-нибудь красивую машинку и как проект ее переделать и доводить до ума. Вот это мне нравится. Погнали дальше, сейчас будем загружать контейнер наш на продажу. Ну вот, ребята, загрузили мы юнит. Получился очень такой жирненький, красивенький. Я его назвал жирненьким, Женька. Почему? Потому что здесь много интересного. Даже Xbox есть с играми. И бини есть, и система безопасности, планшеты, обувь, книги. Все. Много-много интересного. И машинки. Я думаю, продастся в районе 400. Будем на это надеяться. Все, погнали дальше. Народ, покушали. Опять курицу. Уже немного приготовила. И продалась кукла. Эту куклу, мы уже куклу из этой серии, кажется, позавчера, уже смотрели. То есть уже отправляли. Ага, но на нее я не поставил номер, к сожалению. Надо просто вспомнить теперь. Кажется, вот здесь. Да-да-да. Это, кажется, точно здесь. Некто вот забыл просто, вот и все. Бывает. Так, тут такая вот рыжая в фиолетовом платье. Кажется, здесь. Пожалуйста, будь здесь. Нет, не здесь. Немножечко перепутал. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Но она по-любому в одном из новых бинов. И просто надо найти. О, может здесь. Какое-то животное. Нет, не здесь. Паша, блин, молодец. Ага, какой молодец. Вообще просто. Выставил куклу недавно. Хотя, чего я парюсь? Смотрите, тут можно по-другому сделать. Мы должны зайти в проданные и найти эту куклу. Вот она. Это из той же серии, походу. И 7. Вот, что и требовалось доказать. Видите, это серия. А вот эта девушка. Сейчас мы отправим. Кстати, вот эта одна дороже была, чем те две. Ой, картина у меня низко висит. Кстати, ребят, нашел очень много интересных, крутых вещей. Ну, просто нереально крутых вещей нашел много. Я тут контейнер все продолжаю разбирать. И находятся такие классные вещи, что я не терпится с вами их разобрать и выставить на продажу. Это будет, это случится. Я просто контейнер тут немножко запаковывал и выставлял на продажу. А сейчас мы с вами займемся куклами. Короче, не могу больше найти вот эти коробки, так что будем вот эти использовать, которые здесь. То есть такие коробки не могу найти, будем использовать те, которые здесь. Это не те. Эти более такие, знаете, как... Короче, они вот такие квадратные. Я думал, это они. Надо их... Ну, теперь придется точно искать. У нас была целая такая... Знаете, про какие коробки говорю? Которые плосковатые такие. Видите, я сегодня здесь ковырялся, чтобы юнит собрать на продажу. И тут почти все перебрал. Самое интересное, закинул в офис. Пожалуйста, еще одна будь здесь. Ты мне нужна. Ну, вот что-то я вряд ли думаю, что она может сюда залезть. Хотя... Давайте попробуем. Вот куда этот Бен дел мои коробки? Вот реально, я их нашел, я радовался. А он взял куда-то их дел. Еще позвоню ему сейчас, еще раз его уволю. Он уже уволен, а я его еще раз уволю. Как вам такая идея? Быть дважды уволенным. Я не думаю, что она влезет, но попробовать можно. Видите, не влазит. Я не думаю, что в эту она влезет. Маленькая. Все, что это? Это свечки. Вот мы сюда две свечки положим. Все, коробку нашли. Жизнь наладилась. Надо Женьке сказать, чтобы заехал на почту и набрала коробок на таких. Их бесплатно отдают пачками. Просто все, никогда туда не доедем. Только не говори, что ты не залезешь сюда. Залезешь.
Все. Вес 1,7, размер 15, 13, 3. 1,7. Чего там было? 15. Будем делать 16, 13, 3. Самый дешевый 11, нормально. Они 12 заплатили. Все, готово. Погнали дальше. Так, ребята, пока паковали. Тут еще Женя подъехала, я ей отдал одну куклу, она уехала. И, как вы думаете, продалась еще одна кукла. Но это недорогая. W14. $20, бесплатная пересылка. Ничего. Надо же как-то что-то продавать такое в этом роде, правильно? Это маленькая типа пони. Сейчас посмотрим. Вот это. А, нет, это Лори. Вот есть вот такая Лори, а есть вот такая. Слушайте, я одну уже такую Лори продал. Надо посмотреть, я правильно отослал. У меня, оказывается, одна была бежевая лошадь, а другая коричневая лошадь. Сейчас. Буквально недавно продал. Найти должно быть нетрудно. А, вот, да, я вот белую продал. Бежевую. Так, ну это легко. Запаковать, пересылка будет $3 стоить. Нормально. Я просто не мог дороже ее поставить, потому что люди реально их продают за 10 баксов. Мне еще повезло, что я так ее продал. А, еще монеты нашли интересные. Я сейчас такую монету вам покажу. Вы офигеете. Реально. Потому что я офигел. И главное, мы ее не нашли, когда мы юнит разбирали. Мы ее нашли только когда вот я уже начал аукцион сегодня выставлять. И начал перебирать. И случайно нашел конверт какой-то. Просто открыл его. Так, 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 так. Я еще картонку, ребят. Тут думаете, что бесцельно хожу туда-сюда. Не знаю, чем заняться. Нет, я знаю, чем заняться. Я просто ищу. Вот я по-русски говорю классно. А может вот в эту коробку ее и все. Коробочка классная. Идеально подходит. Смотрите. Опа. Идеально подходит коробка. И она легкая. Сейчас парочка пузыриков. Вот так. Примерно. Вот. Так, вес 8,5, то есть 7 паундов. Not bad, not bad. Нет, 8,5, то есть 9 унций. Каких паундов? Я делаю одно, в голове другое. $4. Нормально. Все, погнали дальше. И еще одна кукла продалась. Сегодня какой-то кукольный день, не правда ли? Я как раз нашел коробочку классную. Куклы вообще, мы всегда рады находить куклы в контейнерах, потому что они всегда продаются. Они всегда очень хорошо продаются. Я не знаю почему, но люди любят куклы коллекционировать. Некоторые куклы могут быть очень дорого. Очень. Я находил куклу, кстати, вот в этом же Unity, где мы нашли вот эту. Я находил куклы старые, им лет 40-50. Мы нашли черненькую куклу. Кто помнит, ролик был такой у нас давным-давно. Год назад, может, чуть меньше года. Так эта кукла, ведущая одной телеведущей черненькой женщины, она в 60-х вела новости. И вот сделали куклу по ней. Так, мы ее продали, кажется, то ли за 250, то ли за 350. Короче, дорого продали. Никогда не ожидали, что такая кукла, она была в коробке, тоже никогда не открыта, но немножко потрепанная. Мы никогда не могли подумать, что такая кукла, невзрачная, кстати, зеленая коробка, может столько денег стоить. И после этого момента, как это случилось, мы очень бережно относимся к куклам. И когда мы находим любые куклы, мы никогда их не выкидываем, как бы страшно они не выглядели. Вот такой немножко образовательный вам информация про куклы. Вот такая вам информация. Так что, если, ребята, вы где-то найдете старые Барби 60-х годов, не торопитесь выбрасывать. Они могут очень дорого стоить. Недорого продали, кстати, эту Барби. Она старая, но недорогая. За $26 бесплатная пересылка. Нормально. Ну, коробка просто идеально подошла, да? Редкость такая, чтобы найти ровно прям под товар идеальную коробку. И вот с этой у нас именно вот так и получилось. Все. Сколько она весит? Пусть будет 7 унций. Тоже $4 должно выйти. Не больше. Кстати, выставляли мы их еще давным-давно. Год назад дома. Я даже цифры на бины не ставил. О, 3,50, еще лучше. Я просто помню, где мы все Барби храним. Все, две легкие куклы. Погнали дальше. Наверное, это слово говорю, погнали дальше, слишком часто. Это лошадь. Столько убитая, так что мы решили ее выкинуть. Хочу мусорку взять с собой в офис, так как сегодня у нас опять разбор и выставление на продажу товара. Вчера нашел очень крутые вещи. Очень крутые вещи нашел в Unity, где был Star Trek. Самое интересное, вот этот бык
Долго не мог его найти. Он стоит в районе 250-300 долларов. Вот. Надо немножечко его подчистить, и все. И можно выставлять. Это компания Breyer. Breyer в основном производит... Подождите, это Breyer, нет? Нет, это PBR. Я думал, это Breyer, но он из такого же материала и такого же стиля. Но это не Breyer, это PBR. Autograph Collector's Bull. То есть бык с автографом. Коллекционный, так и написано. Я посмотрел в интернете, они очень недешевые. Единственное, вот кто-то ручкой нарисовал, теперь это не убрать. Ну, может быть, долго надо тереть. 2 hours later. Убирается чуть-чуть. О, уже лучше. Можно замочить вот так. Да, когда подержать спиртом чуть-чуть, он растворяется. Да, продать как новый вряд ли его получится, потому что все-таки пятна есть. Но они и так дорогие, так что можно продавать и как использованный. Еще пару лошадей Breyer нашел. Вот так сюда их положим. Давайте фотографировать быка. Его надо фотографировать так снизу, как будто он такой огромный. А, так. Да, это Breyer. Я был прав. Написано Breyer, но только бык в этот раз у них в меню. И сзади, конечно, чтобы все было видно. Этот у нас будет здесь. X4. Теперь лошадки. Это тоже хорошая лошадь, только я не знаю, какая она. Breyer-то Breyer. Но все равно сфотографируем. И попу. Так. А вот это с этикеткой. Это класс. Такая может стоить в районе сотенки. Потому что номер у нее всего лишь 4 цифры. Не 5, а 4, значит меньше. Шиза. Лошадь по имени Шиза. Так, паутинку-то уберем. Так, с лошадьми закончили. Star Trek Voyager. Вот эти Star Trek стоят недешево. Skill level 2. И покажем, что она новая. Так. Так, тут у нас уже все вроде уже забито. Да, надо X5 делать. Так, X5, надо пустой бин. Сегодня встал такой, чувствую себя хорошо. Утречком начал зарядочку делать. Что-то там руками махал. И теперь... Нерв в спине защемило, теперь спина болит. Так что вывод. Не делайте зарядку, когда вам далеко за 20. Джентльмены, это шутка была. Это будет X5. Бумажку. Клейку, ленту. Еще у меня сегодня аукцион машин. Хочу купить парочку. Или может одну хотя бы, потому что у меня еще BMW, непроданная кабриолет. Так. Здесь у нас Star Trek Deep Space Nine. Тоже Skill Level 2, тоже новый. Просто коробка открыта. 96-го года. Со всеми бумажками, которые мы, конечно же, красиво расставим. Все. Опять Voyager, но какой-то другой. Блин, коробку вот кто-то помял. Как будто сел на нее. Это Казун, Казон, Тореда. Казон. Говорят же Казон. Ну, что непонятно. Помяли коробку, изверги. Но новая. О, так гораздо лучше. Буду продавать как open box. Еще есть сегодня аукцион контейнеров, который я хочу контейнер купить. Ну, посмотрим, если получится. Ничего обещать не буду. О, там Coca-Cola. Так, это Red October Submarine. Русская подводка. Той же компании. А год какой? 90. Тоже новая. Красный Октябрь. Ого. Nuclear Carrier USS Enterprise. Атомный... Кто? Ну, carrier как? Авианосец? Во, авианосец. Атомный авианосец. Нашел слово. Показать, что коробка так себе. Но сама моделька новая. Кока-кола. Сразу вопрос, хочу ли это выпить? Нет. Во-первых, неизвестно, сколько ей лет уже. Во-вторых, я не люблю колу. Что это XXXV? Давайте посмотрим, если это XXXV. Да, такая же. 8 бутылок, 3 с коробкой, 3 без. 5 с коробкой, 3 без.
Интересно, можно ее на eBay продавать или нет? Попробуем. Это Coca-Cola с игры футбольной 2001 года. Официально. Sunday, January, Tampa, Florida. January 28, 2001. Super Bowl. Круто. Когда Super Bowl был, у них была официальная Coca-Cola. Все, одна коробочка готова. Погнали дальше. Ребята, нашел еще игры. И вот нашел вот такой чемодан с Sega. Игрой Sega. Тут зарядка. Тут для машины подзарядочка, кажется. Я не знаю, зачем она. Игры. И сама Sega с Power адаптером. Но нету крышечек от места, где батарейки. И вот она у меня стоит на Power адаптере. Без батареек вообще ноль. Но должна же заряжаться даже без батареек, я думаю. Хотя тут, если нечему заряжаться, то она не будет. Ну тогда зачем Power адаптер? Вот это непонятно. Заряжать батарейки? Давайте попробуем, если можно батарейки поставить или, может быть, заработать. Сейчас мы с вами это проверим. Игра 95-го года. Слава богу, батарейки есть. Даже что-то есть. Ух ты, работает. Экран немножко, конечно, какой-то странный, но работает. О, так это типа Тетрис. Ух ты, это какой-то странный Тетрис. Тут одни палочки. Понятно. А есть что-то поинтересней. Тут 5 игр. Класс. Monster Truck. Это должно денежку стоить. Жалко, конечно, крышечек нет. Игра не работает. О, что-то беленькое все стало. Может, надо подождать? О, пошло. Monster Truck 94 года. Поехали. А, вот оно что. О, я еще и подпрыгать умею. Понятно. Так, круто. Все, у нас игры появились. Хорошие. Sega. Теперь можно это продать. Крутяк. Будем сейчас продавать. Давайте продадим эту игру. Сейчас покажем, что у нас есть. Даже зарядник, который, правда, не работает. Чем больше мы покажем, что у нас чего-то есть от этого набора, тем лучше. Мы это вот так покажем. Что есть и коробочка, и игра. Терминатор. Потом есть игра, называется Rise. Ух ты, даже Sonic есть. Это круто. И Monster Truck. Мы в нее уже играли. Во. И обязательно надо сделать сзади игру. Сфотографировать сзади игру, чтобы показать, что нету крышечек от батареек. И игру саму. И напишу, что батарейки не включаются в продажу. Все. Ну, еще и этот. Сам чемодан надо сфотографировать. Батарейки я оставлю. Во-первых, они тяжелые. Во-вторых, пересылка с батарейками. Мало ли что случится. Может, в жаре будет посылка идти. И я не знаю, если что-то с ним может случиться или нет. Но не будем рисковать. Так, с игрой покончено. Поехали дальше. Еще у нас есть очень необычные куклы, которые я хотел выставить лотом тоже. Кстати, да, вчера хотел вам показать. Женя нашла кое-что. Во, вот это. Мы даже это не нашли, когда контейнер разбирали. Но потом Женя мне показала, я просто был в шоке, что мы это пропустили. Смотрите. $1. Серебряный американский. И тут написано 1 унция. Fine silver $1. United States of America. Как вам такое? Чистейшее серебро. Хотел сказать золото, да, конечно. Если бы это было золото, это в районе 2000. Круто. Серебряная монетка. И тут паспорты есть. Какие-то бумаги, подтверждающие, что это серебро. Пакетики. Так будем все и продавать вместе вот с этим всем. Если будем продавать, может быть, я его оставлю вместе со своим другим серебром, которым мы нашли в одном из юнитов. Я серебро буду копить. Так, это я, думаю, положу сюда пока. Хочу домой его забрать. Так вот, вернемся к куклам. Как мы все знаем с вами, куклы идут очень хорошо. Ого, это фигуристка у нас на коньках. Кто-то их положил в пакет очень аккуратно. А это у нас свадебное платье, девушка в свадебном платье. Барби, да. Это еще одна Барби. И у нас еще такая есть Барби. Вот, лохматая какая-то Барби получилась. Пакеты, наверное, уберем все-таки. В пакетах они не смотрятся совсем. Вот так. Глаза, смотри, Барби. На аукцион выставим. Да, лысину надо спрятать. Негоже как-то. Конечно, были бы они в коробках, они бы стоили намного дороже. Но это вообще с длинными волосами. Возвращаем их в пакетик.
И мы сейчас в отдельный пакет положим и выставим на продажку, потом продадим, потом заработаем денежку. В этом-то весь и смысл нашего дела. Five Barbies. Лот. Вот так. Поместится? Да, пусть вот так будет. Все, X5 уже дан. Дан, это имеется в виду готов. Вот у нас как раз здесь есть бин неподписанный. Ой. Вот так. Вот этот мотоцикл крутяк вообще. Он из чугуна сделан. По-английски iron cast. Вот это я не знаю, это на аукцион срочно. Потому что мы не знаем, за сколько его можно продать, если он вообще стоит чего-то. Вот люди и определят, что он стоит, и за сколько можно его продать. Если будут биться, будут, не будут, значит он нифига не стоит. Продадим за сколько возьмут. Но пересылку надо сделать. Я думаю, пересылку долларов 20 сделаем. Ничего не написано вообще. Никаких опознавательных знаков нет. С рулеточкой. Потому что люди не будут знать, сколько он размером. Так, снизу, как настоящий мотоцикл. Все. Ага, надо этот, коробку, бин, будет у нас X6. Или, как мы хотели делать, как мне некоторые подписчики посоветовали, взять полупустой бин и туда закидывать. Кстати, это хороший бин, мы отсюда продаем много. Во, этот бин у нас будет L6, мотоцикл у нас будет в L6. Черный мотоцикл в черном пакете. Кстати, а ключевое слово в этом видео будет мотоцикл. Так, кто не понял, это розыгрыш. Ключевое слово мотоцикл. Розыгрыш состоится. Вот хранит она вот эти коробочки, говорит. О, коробочка упала. Она говорит, коробочки не выкидывай. Кто она, Женя? Так, здесь у нас монетки и биткоины, походу. Вот, монетки я тоже тут находил, пока перебирал. Пусть будут монетки вот здесь. Зельда. О, Maps and Strategies. Рука не поворачивается выкидывать это. Все-таки Зельда. Во, вот здесь очень круто. Угу. Я вчера самые интересные бины принес сюда. Не бины, коробки. И решил... Какой старый комикс? Решил перебрать с вами это дело. Узлы, комиксы. Комикс Star Trek. Комиксы надо потом переделать. Ого, старый-старый-старый Супермен. Спайдермен. Но это журнал про комиксы, это не сами комиксы. Так, здесь что-то в пакете. Какой-то repair information. То есть книжка, которая показывает, как что-то чинить. Ага, телевизор. И плита. Топан плита. И кондиционер. Короче, здесь они хранили все инструкции по применению и инструкции по починке бытовой техники. А, ух ты, карточки космонавтов. А вот это может стоить денежку. И даже неплохую. Луна. Вот это надо, чтобы Женя прошла. Она у нас по космонавтике и по космосу просто реальный псих. Не Гагарин? Похож на Гагарина. Ну, в плане псих, она очень любит эти дела. И вот эта коллекция может, или просто ей нравится, она захочет ее дома оставить, или мы ее продадим за хорошие деньги. Space Shots. Фотографии из космоса. Снимки из космоса. А тут Star Trek. Карточки. Да, человек, который... Уильям Шатнер. Это тоже Уильям Шатнер. Человек, который имел этот... О, спак. Этот юнит. Он очень любил космос и Star Trek. Копия Жени. Она сейчас смотрит целыми днями Star Trek. Ну, вечерами. И ей это очень нравится. Я как-то не очень. Но вот эту коллекцию ей надо показать. О, Уэсли Крашер. О, точно, Уэсли Крашер, я узнал. А этот чувак, X-Men, помните? Он стал в X-Men. Но он самый популярный стал... свою популярность первую получил из-за Star Trek. Уупи Голдберг. Гуинан ее зовут. Уилл Уитон. Уэсли Крашер. Патрик Стюарт. Я уверен, что какие-то карточки из них будут очень-очень редкие. И могут стоить хорошую денежку. Или Женьке на память отдадим. Вот этот бин еще на разбор, так что мы положим пока туда. Книги Star Trek. У нас их было очень много. И мы хотим все найти и огромным лотом их выставить. У нас их, наверное, штук 50 с того юнита собралось. Телефон. Телефона. Вот это у нас бин со всеми приставками, контроллерами. О, я вижу игру. Ух ты, я ж такой покемон только что продал за $40. Помните, вот два дня назад запаковывал. Дорогой, у меня уже вон тот розовый бин весь заполнен играми, картриджами. Это на перебор. Тут даже микрофон есть. Хоть певец, блин. Сейчас я это выставлять не буду. Надо перебрать. О, это Xbox.
Ну это Wii. Я, кстати, тоже такую продал. Nintendo джойстик. Ого. Ну и джойстик. Нико. А тут что? Ух ты. Фига себе. Так, искусство. Искусство. На бархате. На бархате. Ну красиво. Реально красиво. Я не знаю, что с этим делать. Жене покажу. Тут даже роспись есть. То есть автограф. Надо поискать. Надо поискать в интернете. Но самое интересное тут... Это куклы, блин, помятые. Да, я помню эту куклу, она была помятая. Это не я это сделал. Надо обязательно сфотографировать, что коробка немножко помятая. 98-й. Конечно, не mint condition, но нормально. Все-таки ее никогда не доставали. Вот это получше немножко, но все равно пошурканная. Commander Chakotay. 97-го года. Типа руль, два телефона, бисер. Да, этот бин уже можно начинать выставлять, но я хочу все найти, игры, все. И тогда, ну, игры, контроллеры, сами консолы, чтобы уже потом все соединить, найти полные комплекты и выставлять. Потому что, к примеру, найду вот этот Nintendo, джойстик найду, может быть, Power Cord найду, а чего-то не найду, подумаю, что у меня этого нет. А потом раз в другой коробке найду и буду думать, блин, зачем я выставил это без этого и продал без этого. Так что надо, да, разбирать тот юнит и уже точно знать, что у нас из игрового. Еще нашли вот этот нерв. Его так и назвать, нерв. Тут у него была где-то зарядка, блин. А, вот она. И работает. Работает. Мы заряжали его, он работал. Вот, Power. Видите? Вот это классная вещь. Не думаю, что очень дорогая, но классная. О, тут еще и тачскрин. А еще и софтвер апдейт делает. Вау. Ну, не такой уж и старый, походу. Что даже если по интернету пытается обновиться. Я не знаю, когда они были изготовлены. Он в такой подушечке прикольный. Чтобы, наверное, не уронить и не испортить. Хорошо, что зарядочка и зарядилась вчера на полностью. Сейчас мы так выставим на продажу. Два экрана. Круто. Сразу пакетик. Так, вроде все. Помните, мы только что выставляли с вами контейнер на продажу? Ну, для вас это было буквально пару минут назад, несколько минут назад, а у нас это уже следующий день. И контейнер продался. Так вот, думал, что если он продастся за 200, там, я отдам. Но, оказывается, двое зацепились, начали биться, и продалось это за $410. Ну, со всеми физ у них получилось 451, а я после физ, то есть физ это сборы веб-сайта, я получу 369. Вообще, очень доволен, вот, который только что выставили. Очень доволен. Еще, мы уже в этом, наверное, ролике три раза поели, так как я этот ролик снимаю уже три дня. Но Женя так гордилась тем, что она мне приготовила в этот день, сегодня. Так что я решил все-таки показать. Голубика. Ух ты, какая-то сальса, соус. Тут что-то тоже, наверное, ренч. Так, здесь у нас салатик. Вообще, она меня как на убой кормит. А вот здесь она в эйрфрайере, в воздушном фритюрнице воздушной, пожарила овощи с сухариками и со специями. Получилось вообще офигенно. Как пахнет. Я надеюсь, вы это чувствуете, этот запах? Надеюсь. Не, вы не чувствуете, но запах вообще бомба. И еще... Ну, она вообще, она же меня знает. Я из Советского Союза. Я ничего не оставляю на тарелке. Все съедаю, потому что в следующий раз может и не быть. А она меня тут наготовила. Блин. Короче, ребят, сейчас пожрем. Работать не сможем. Просто тупо едем домой, ложимся и спим. Думаю, так, да? Вау. Курочка с грибочками, с луком и с макарошками. В воздушной фритюрнице курочка. Нарезанная красиво. Вы на это посмотрите. Я не знаю, вы видите, да? Вы видите, да? Вы посмотрите вот на это. Так, честно скажи, кто из вас сейчас побежал в холодильник? Кто бежит в холодильник хомячить? Сейчас мы это разогреем и будем кушать. Извините, что я вас вот дразню. Может быть, кто-то сейчас на работе сидит, и у него нет рядом холодильника. И вот он думает, блин, Паша Козлина такой, блин, меня вот тут дразнит. Но мне сказали, чтобы я показал, чем меня Женя кормит. Вот теперь решил показывать вам. Потому что не только я бургеры с пиццей ем. Не только. Нет. Салат у нас... Капуста, помидорки, огурчики, лучок, майонез. Все, все видео выключили, пошли жрать. Нет, нет, не уходите. Конкурс, конкурс, неожиданно объявлю, в чем конкурс заключается. Не конкурс, розыгрыш, розыгрыш. Крутой розыгрыш сегодня, вот такой. Народ, вот и пришло время для нашего розыгрыша. Розыгрыш классный, но он с условием. Для вас вообще плевые условия. Давайте попробуем еще раз. У нас 200 тысяч подписчиков. Нет, 210 тысяч подписчиков. И...
Вот такое вот условие. Если мы за 10 дней наберем еще 10 тысяч подписчиков, то есть будет 220 тысяч подписчиков через 10 дней. Так вот, через 10 дней состоится розыгрыш. Розыгрыш будет огромный. Я опять буду разыгрывать GoPro 9. Самую новую, самую навороченную GoPro. Ух ты, кого-то похитили. Такой звук, как сирена, в каждом телефоне в этой стране, ну или в штате, когда кого-то похитили, ребенка или старушка уехала и сама забыла, где она. Так вот, разыгрываю свой 9-й GoPro, не свой новый, пойду в магазине и на камеру сниму, как я покупаю вам новый GoPro со всеми причиндалами. Он в районе $500 стоит. Или кто не захочет GoPro, я ему просто на карточку высылаю $500. Текст, когда розыгрыш состоится, будет вот здесь внизу экрана. Так что давайте, ребята, я почему уверен, что это для вас плевое дело, потому что смотрят очень много людей, смотрят очень много по статистике не подписавшихся людей. И я вижу в статистике, что они постоянно смотрят, постоянно приходят. 68% смотрят, не подписываются, и только 32% подписчиков смотрят. Это очень печально. Я бы хотел, конечно, чтобы было немножечко получше ситуация, хотя бы 50 на 50. Так что, если все, кто посмотрел вот это видео, кликнет на маленькую вот такую кнопочку, называется «подписаться», тогда розыгрыш состоится через 10 дней, и кто-то получит $500 или вот эту GoPro, на которую я снимаю. Камера просто обалденная. Я проверил очень много камер, попробовал, и никакая мне не нравится. Ни Sony, ничего. GoPro самое лучшее. А вам, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подпишитесь, чтобы участвовать в розыгрыше. Ключевое слово было в этом видео. Да, участвует только тот, кто сказал ключевое слово в комментарии. И я по ключевому слову буду выбирать победителя под этим видео. Вы берегите себя. Peace. Пока-пока.